Но я, если честно, не верю в космический разум, в какой-то потусторонний мир, который так часто сейчас обсуждают наши ученые. Я в эту проблему даже, если честно, не хочу вникать, потому что у нас сейчас в мире происходит такое, что уже даже наш человеческий разум не может это объяснить. А, конечно, что касается там пришельцев и тому подобное, это, мне кажется, уже вот лично для меня за гранью моего представления. Это странно, конечно.